Я хочу чего-нибудь вкусненького. Нет, не этого. Странно. У меня есть вариант получше. Леденец. Держи. И его я тоже не хочу. Хочу вкусненького. Хочешь вкусненького? У меня кое-что для тебя есть. Угощайся. Это что, шутка такая? Знаете что? Мне надоело. Отправляйтесь в челлендж. Где это мы? Что мы здесь делаем? Бетти. Все слушаем меня. Ну, конечно, моя внученька. Пришло время готовки. Удивите меня. А что мы готовим? Сейчас покажу. Сегодня я хочу большой красивый торт. Порадуйте меня, я жду. Торт. Здорово. Проще простого. Вы сказали торт? Тогда нужна мука. Засыплю ее в глубокую тарелку, а затем добавлю немного молока. Рецепт торта у меня в голове. Я прекрасно все помню. Никакой венчик не наполнит этот торт любовью. Только руки бабушки. Пустая трата времени. Всегда же есть вариант попроще. Готовые коржи торта уже сэкономят мне кучу времени. Какое кощунство. Не хочу даже на это смотреть. Мой торт будет лучшим, потому что я профессионал. Добавлю в тесто немного цвета. Это будет яркий торт для яркой девчонки. Получается очень красиво. Вот так надо делать. Как хочу, так и делаю. Поэтому добавлю арахисовой пасты. Чем больше, тем лучше. Обожаю. Она такая вкусная. Следующий слой. Главное не жалеть. И тогда Джесс просто пальчики оближет. Я бы хоть сама сейчас это съела. А почему не могу? Облизать ложку же можно. Ого, даже лучше, чем я думала. А ну, хватит. Ты готовишь торт для своей сестры. А я, пожалуй, добавлю клубничного джема, который сама же и приготовила. Ей точно понравится. Аромат восхитителен. Добавлю всю банку, чтобы невозможно было оторваться. А теперь добавлю необходимых деталей. Когда это все подрумянится, глаз будет не оторвать. Такая красота! Осталось запечь. Отнесу в духовку. Ничего себе! Такой огромный торт! Да. И еще один важный штрих. Сейчас нужно аккуратно нанести крем. Я это делаю с помощью кондитерского мешка. Торт получается ярким и красивым. Следующий шаг – выравнивание. Важно делать это аккуратно, чтобы торт оставался таким же красивым. Думаю, с кремом готово. И последний шаг – украшение. Я хочу сделать декор, который идеально подойдет этому торту. Готово. Идеальная радуга. Поставлю ее на самый верх. Ну а сам торт украшу деталями из цветного шоколада. Добавлю звездочек и поставлю вот сюда. Ну и, конечно же, надо не забыть про облачка к радуге. Восхитительно. Что? Кто? Где? Ой, точно мой пирог. С пылу, с жару. А какой аромат. Чудесно вышло. Я тоже хочу этот торт. Мой так плохо выглядит. Даже у бабули лучше, чем у меня. Что же делать? Идея. Чтобы добавить цвета, нужны цветные конфетки. Так получится куда красивее. Что, все? Закончились. Ну ладно, мой тортик готов. Умничка, внучка. Вы мне не соперницы. У вас просто нет шансов. Неплохо. Очень мило. Восхитительно! С него и начнем. Сейчас я поем вкуснятину. Режем осторожно и аккуратно. Вот так. Какой красивый кусок. Нужно скорее его съесть. О, такой мягкий. Просто тает во рту. Потрясающе. Просто невероятная вкуснятина. А теперь хочу попробовать облачко. Лети ко мне в ротик. О, да. Какое же оно вкусное. Пальчики оближешь. Так, теперь следующий торт. Такой очаровательный.
Сладкий и сочный. Ягодный вкус просто невероятен. Хочется есть его и есть. Я люблю этот пирог и человека, который его приготовил. А вот это... В принципе, можно съесть конфетку. Надеюсь, она вкусная. Да, вкусная. Очень даже. Так и быть, попробуй и торт тоже. Ой, какой липкий. Нужно это запить. Да, теперь лучше. Все, больше не хочу это есть. Теперь нужно сделать выбор. Да, очевидно, что радужный торт самый вкусный. Я победила. Ой, ну что вы, не смущайте меня. В следующий раз победа будет за мной. Овощи? Но зачем? Сейчас я покажу. Я хочу бургер. Приготовьте мне вкусный-вкусный бургер. Запросто. Какой бургер? Это же вредно. Не позволю моей внучке питаться гадостью. Вот, все в мусорку. А из овощей можно приготовить много всего хорошего. Авокадо куда полезнее булочек. И сейчас я приготовлю его очень вкусно. Нужно достать косточку и почистить. Ох, сколько витаминов! А помидоры? Я так люблю помидоры. Вкусные и полезные. Их обязательно нужно добавить, как и огурец. Ну и куда же без чили? О том, насколько чили полезен, даже говорить не хочу. Ой, пока готовила, аж самой захотелось съесть. Вкусно и совсем не остро. И листик салата туда же. Осталось собрать наш полезный бургер. Авокадо, салат, помидоры, перчик и огурцы. Какая же гадость! Мой точно будет вкуснее. Котлета на булочке. Теперь нужно добавить овощей. Огурчик есть? Yeah. Это что, лук? Нет, его не надо. А вот помидорку добавим. Но сначала нужно избавиться от ненужных частей. Вроде бы все. А, тут еще есть. Ну, ничего страшного. И с этой стороны тоже вырежем. Делов-то. Готово. И добавляем к бургеру. Еще нужен сыр и булочка сверху. Какой-то он слишком высокий. Нужно прижать. Ну же. А если вот так? Ужасно выглядит. О, идея. Можно же немножко схитрить. Мне, пожалуйста, доставку бургера как можно скорее. Жду. Вот это да. Так быстро. Так, где там мой бургер? Отлично. Убираем ненужное. Какой он красивый! Выкладываем на тарелку. Идеально! Любуйтесь! Неплохо, неплохо. Но я все равно сделаю лучше. Как там мои котлетки? Отлично прожарились и впитали в себя запах огня. Такие сочные и ароматные. Все готово. Летите ко мне на тарелочку. Следующий. Ох, какие аппетитные. Уберу сначала все с огня, а потом буду готовить вкуснейший бургер. Не забываем потушить. Итак, приступаем. Нужно нарезать овощи моим профессиональным методом. Сначала подбрасываем, а потом нарезаем прямо в воздухе. Идеально нарезанные овощи готовы. Берем свежайшие булочки и собираем бургер. Кладем салат, сочную котлету и сыр, следом овощи и повторить так еще несколько раз, чтобы бургер был похож на башню. Последний штрих – булочка и флажок. Теперь точно идеально. Красота! И правда! Мы готовы. Угощайся. Как же это вкусно выглядит! Все, кроме этого. Это вообще что? Не похоже на бургер. Ладно, придется попробовать. Вот это гадость! Отвратительно и остро! Фу! А вот это выглядит прекрасно! Хочу скорее попробовать. Долой флажок, иди ко мне в рот! Что? Он просто развалился? Ну и не буду тогда его есть.
Этот вроде симпатичный. Попробуем. Ничего себе, какая вкуснятина! Очень вкусный бургер! Он побеждает 100%! Я победила, я победила! Несправедливо! А как же я? С нами не соскучишься, но проголодаешься! Это было вкусно и весело! Ожидай новых роликов, чтобы ярко проводить время с Мультидо! До скорых встреч!